Ну вот, увидели, как я выкопал саженец. Ну, он не саженец. Ну, давайте назовем саженец. Вот, смотрите. Я его вставил. Мне пришлось немножко ямку расширить. Ну, потому что не входил вот этот почвенный ком вместе с корешками. И вот теперь... Очень важное дополнение. Смотрите, я все корешки рукой опустил вниз, вот вокруг вот этой почвы. Но есть такое мнение, я не знаю, так ли это на самом деле, что если корешки будут загнуты вверх, то они отмирают и не будут в следующем году, в следующем дачном сезоне работать на будущее дерево. Так что имейте это в виду. Вот я положил реечку, видите, да, реечку я положил, это чтобы максимально выдержать уровень почвы. Вот, ну потому что если заглубится вот этот пенечек, то сам подвой, а точнее привой, докоснется до почвы и даст свои корешки, тем самым возможно утеряется рост, ну не рост, а ведь эти сорта были привиты на карликовый подвой, чтобы как можно медленнее и ниже уже во взрослом состоянии деревья выросли. А возможно будет, если сам привой докоснется почвы и даст свои корни, то он будет, ну, дуть до 2,5, до 3, до 4 метров. Возможно. Вот я сейчас выдерживаю вот это высоту. Вот обратите внимание, видите? Сейчас я засыплю вокруг рыхлой почвой. Вот, потом пролью. Ну, можно водичкой. У меня вот остался эликсир. Вот. Видите, да? Этот саженец осядет потом. Вот. И, возможно, весной будет немножко его поправить. Ну, то есть, как вытащить вверх. Если он сильно заглубится, то его можно вытащить наверх чуть-чуть. Чтобы соблюсти это условие, чтобы сам привой не коснулся почвы.